Безбарьерная среда на курорте – хороший задел в постолимпийский период для привлечения маломобильных людей к отдыху в Сочи, работе и участию в различных мероприятиях. Так, имеретинская низменность, которая уже на днях примет десятки тысяч гостей, готова встретить людей с любыми физическими ограничениями. Тактильная плитка, указатели, пандусы, заниженные бордюры, специальные светофоры есть и в каждом районе города. Доступны учреждения социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, парки, пляжи, торговые точки, а также остановочные павильоны и транспорт. Нас всех, значит, окрылило. То есть появились подъемники на пешеходных переходах, и на подземных, и на надземных. Вот. Появились пандусы. Появилась возможность чувствовать себя свободным где угодно и когда угодно. В Сочи созданы центры помощи, куда люди с физическими ограничениями могут обратиться с любыми вопросами. Они находятся в центре города Адлере и Лазаревском. Вопросу доступности до сих пор уделяется внимание. Мэр регулярно проводит встречи с представителями общества инвалидов, на которых решаются вопросы и принимаются меры по созданию в Сочи максимально безбарьерной среды.